тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сына Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа, и сказал: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярму царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». И сказал Иеремия пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк: «Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо своей Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с своих всех народов. И пошел Иеремия своей дорогой. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо своей пророка Иеремии: иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваот, Бог Израилев: железное ярмо возложу на вы всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему. И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ все ложно. Посему так говорит Господь: вот, я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к отстатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царицы евнухи, и князья и иудеи Иерусалима, и плотники, и кузнецы через Илиасу, сына Сафанова, и Гемарию, сына Хелкина, которых Сидекия, царь Иудейский, посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваот, Бог Израилев: всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дамы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жены и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваот, Бог Израилев: да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся,
Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне, так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидову, и о всем народе, живущем в городе Сем, и братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот, я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которые нельзя есть по негодности их, и буду преследовать их мечом, голодом и моровой язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между всеми народами, куда я изгоню их, за то, что они не слушали слов моих, говорит Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит Господь. А вы, все переселенцы, которых я послал из Иерусалима в Вавилон, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, об Ахаве, сыне Коули, и о Сидекии, сыне Маасии, которые пророчествуют вам именем моим ложь. Вот я предам их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и он умертвит их пред вашими глазами. И принято будет от них всеми переселенцами иудейскими, которые в Вавилоне, проклиная так, да содела тебе Господь то же, что Сидеки и Ахаву, которых царь Вавилонский изжарил на огне, за то, что они делали гнусное в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих, именем моим говорили ложь, чего я не повелевал им. Я знаю это, и я свидетель, говорит Господь. Ишимай, нехалимитянину скажи, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что ты посылал письма от имени своего ко всему народу, который в Иерусалиме, к священнику Сафонии, сыну Моисея, и ко всем священникам, и писал, Господь поставил тебя священником вместо священника Йодая, чтобы ты был между блюстителями в доме Господнем за всяким человеком, неистовствующим и пророчествующим, и чтобы ты сажал такого в темницу и в колоду. Почему же ты не запретишь Иеремии Анафовскому пророчествовать у вас? Ибо он и к нам, Вавилон, прислал сказать, плен будет продолжителен. Стройте дома и живите в них. Разводите сады и ешьте плоды их. Когда Сафония, священник, прочитал это письмо вслух пророка Иеремии, тогда было слово Господне к Иеремияху. Пошли ко всем переселенцам сказать, так говорит Господь о Шимае, нехалимитянине, за то, что Шимая у вас пророчествует. Я не посылал его, и обнадеживает вас ложно. Зато так говорит Господь, вот, я накажу Шимаю, нехалимитянина и племя его. Не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь. Ибо он говорил вопреки Господу. Приветствуем вас всех, дорогие братья и сестры. Шаббат шалом. Это Игорь и канал Евангелие в последнее время. Нахожусь в Сиэтле. Господь благословил, прилетел вчера. Рассказал
несколько свидетельств, но потом еще Господь благословил меня, не знаю даже как сказать, но в туалетной комнате я когда мыл руки, недалеко подошел иудей. Он был одет в иудейской религиозной одежде, тоже мыл руки. Да, туалетная комната, но помните, сказано вовремя, не вовремя, настой. Ну, почему бы не сказать и там, чтобы он услышал имя Иисуса, Ишуа, весть о спасении. Я стал проповедовать там, свидетельствовать там. Ну, знаете, какой ответ был? Может быть. Интересно. Это говорит о том, что некоторые иудеи, ну, они всегда задумывались, и сегодня они задумываются. Говорят, есть и даже известные некоторые раввины, которые веруют, что Ишуа есть Мессия Машиах, но боятся, потому что знают, что потеряют все, если засвидетельствуют о своей вере в Иисуса. Так всегда было, и так есть, и так и будет, а многих и убивали. Вот я прочитал из Иеремии: «Благослови нас, Господь, помнить эти слова, чтобы еще больше укрепляться в Господе, особенно в это время, и не ужасаться, и не паниковать, и не удавать, и не унывать, и продолжать делать то, что мы должны делать, и спокойно жить, но расставить приоритеты правильно, в соответствии с первой заповедью, а также, как Иисус сказал, о новой, возлюбить ближнего, как самого себя». Дорогие братья и сестры, я хочу вас поблагодарить, что вы помните о нас. Как сказал, через несколько часов у нас евангелизация. Я думаю, что это видео выйдет в эфир до того, как мы начнем. Но я хотел бы записать еще одно видео, это будет следующее. Потому что мы начинаем новую рубрику. Как говорил о последнем времени, мы временно или не временно, не знаю. Но пока я не буду говорить. В принципе, достаточно уже сказано. И мы это все будем наблюдать. Хоть я не пророк, еще раз скажу, я не пророк. Но мы все это вполне возможно будем видеть. Но это мое мнение лично. Хотелось бы, чтобы не было так, как я понимаю и рассуждаю. Но может будет именно так, как многие рассуждают о последнем времени, о том, что мы видим сегодня. А это именно то, о чем говорил Господь, и к чему мы подошли, только к началу болезни, хотя мы только подошли, даже начало болезни впереди, а что тогда сама болезнь? Но жив Господь, Бог Израилев, и милость Его во веки веков, и Он наш свет, будем созерцать Божью красоту, и поймем, как мы нуждаемся в Нем, хоть мы, человеки, хуже, чем червь, я. Ибо Давид сказал, что он червь, а я не Давид, а я вообще еще хуже, чем червь. Не знаю, как сказать, ничтожество. Но Бог и нас, человека, вспомнил и умер за нас. Давайте поразмыслим о Христе, вникнем, кто есть Сын Человеческий, что Он умер за меня, ничтожество, за нас, грешников. Вот Его любовь. Пускай она согреет нас даже в самое тяжелое время, и особенно которое впереди великая скорбь. Вторая рубрика. Я постараюсь записать сегодня видео. Надеюсь, что успею. Мы поговорим об истории церкви. Будем идти, конечно. Все детали мы не раскроем, не расскажем. Многие знают историю церкви, но именно один момент – что является аксиомой, частью нашей жизни во Христе. Я хотел бы поговорить о гонениях, потому что они впереди, и они будут и в Америке. Ибо беспечно совладело многими христианами, и особенно славянских церквей, здесь, в Америке. Потому я буду говорить через примеры, которые мы имеем. И в Священном Писании, истории церкви, но я буду говорить об истории церкви. Для чего? Что все же укрепляться в Господе и наполняться маслом. Господь позволит, чтобы это было каждый день, а Господь хочет,
чтобы мы это делали. Ты уже позволил. Значит, зависит от нас, будем ли мы это делать или нет. Благослови вас Господь. Еще раз огромное благодарение за всю вашу поддержку, которую вы оказываете служению Бейт-Эл. И если будут видео из служения благовестия, мы, конечно, выставим попозже. Не забывайте нас. И мы говорим Шаббат. Шалом. Это канал Евангелие в последнее время. И с вами.